Меня зовут Антон Редько, я основатель компании Маст, первой в мире децентрализованной лизинговой платформы, которая соединит микро, малый и средний бизнес с инвесторами со всего мира. Маст устраняет посредников и обеспечивает честные сделки по модели Exchange as a Service на основе смарт-контрактов, токенизированных километров и моточасов. На сегодняшний день менее 30% предпринимателей имеют доступ к классическому финансированию, и порядка 70% от него отрезаны, получают отказы. По итогам 2017 года более 8 миллиардов долларов составил дефицит финансирования для микро, малого и среднего бизнеса по всему миру. Целевым сегментом для нашего проекта являются автомобили, грузовая строительная специальная техника и оборудование. Платформа Маст совместно с лизинговыми компаниями соединит микро, малый и средний бизнес с инвесторами по всему миру через биржу токенизированных лизинговых облигаций. Токенизация лизинговых облигаций позволит нам обеспечить инвесторам достаточно высокий уровень информированности относительно реального состояния лизингового актива и сделать это в режиме реального времени. Токенизация километров и моточасов позволит нам создать систему, доверенную систему рейтингов и оценки риска для этих активов. С помощью такого подхода мы обеспечим рост одобренных лизинговых сделок в 3,5 раза относительно текущего состояния с 20 до 70%. В третьем квартале этого года мы запустим первую версию платформы и до конца этого года планируем обеспечить активами более 1000 предпринимателей в Европе. За 2 года мы планируем выйти в Африку, Южную Америку и Средний Восток и в течение 5 лет занять 7,5% доступного рынка с оборотом в 40 миллиардов долларов. Для реализации этой амбициозной задачи мы проводим токен сейл и предлагаем инвестировать в токены Маст. Токен Маст – это скидочный токен с дефляционной моделью, который будет приниматься для оплаты за услуги лизинговой платформы и за услуги биржи токенизированных лизинговых облигаций. По мере роста платформы будет расти и скидка по токену, следовательно, будет расти и спрос на этот токен. Так как все токены, точнее большая их часть, будет продана в ходе токен сейл, мы предполагаем, что в будущем у людей будет расти интерес получить эту скидку, и, следовательно, им придется обращаться к ранним инвесторам, чтобы приобрести эти токены. Все непроданные токены в ходе токен сейл будут сожжены, и также мы будем сжигать все токены, полученные в качестве оплаты по системе. В данный момент мы проводим закрытый пресейл для крупных инвесторов с чеком от 100 тысяч долларов. В июле мы планируем публичный пресейл и в августе запланирован токен сейл. Наша команда имеет достаточный опыт для реализации этой платформы. На данный момент мы реализовали порядка 60% функционала платформы и двигаемся дальше. Инвестируйте в будущее вместе с нами, инвестируйте в токен Маст. Благодарю.